Здравствуйте! Сегодня я вам покажу рецепт очень вкусной закуски из баклажанов, которая готовится просто, а съедается буквально за считанные минуты. Итак, нам понадобится 2 баклажана. Баклажаны режем кружочком. Примерно вот такой толщины. Баклажаны порезала, теперь солю. Пол чайной ложки соли. Хорошо перемешиваю. И оставляю на минут 10, чтобы с баклажаном ушла лишняя горечь. Баклажаны немного постояли, стали вот такие вот мокрые. То есть пустили сок и ушла с них лишняя горечь. Тем временем я подготовила муку. Также подготовила 2 яйца, взбила их вилочкой и немного добавила молока, чтобы яйца не были такими густыми. Теперь разогреваем сковородку и будем обжаривать баклажаны. Сковородку разогрела вместе с растительным маслом. Теперь берем баклажаны сначала в муку, потом в яйцо и выкладываем на сковородку. Баклажаны обжарим с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне. Все баклажаны пожарила. Теперь для них нужно подготовить начинку. 2 плавленых сыра нужно натереть на вот такую вот мелкую терочку. К тертому сыру добавляю чеснок, 2 зубчика я выдавила на чесночнице, также майонез и все хорошо перемешиваю. Вот такая вот шикарная получилась начинка. Теперь намазываем ее на баклажаны. Дальше выкладываем сочные кусочки помидорки. Вот такая вот классная, яркая, вкусная получилась закуска из баклажана. Это очень-очень вкусно. Советую всем попробовать приготовить. Приятного всем аппетита!